хочешь купить топовые игры, но не знаешь где. Тогда заходи в Файнашоп, здесь ты можешь найти аккаунты Origin, Uplay, Steam, гифты, ключи Steam и многое другое. И все это по очень низкой цене. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Игрёк, и это 20-е видео получения ключей Steam бесплатно. Извиняюсь, что так долго не было видео по получению ключей Steam. Наверное, уже много раздач игр закончилось, но я просто менял Windows, и вот такая вот задержка. Пока настроил, пока то все. Даже до сих пор еще не все программы там установил. В общем, поехали. Сегодня вот такой вот список больших игр. К сожалению, я не знаю, будет ли эта раздача активна на момент вашего просмотра этого видео. Поэтому, если раздача закончится, извиняйте. Так, первый ключик у нас под названием Minion Masters. Переходим, и здесь нужно выполнить задание. То есть там перейти на сайт, вступить в группу Steam. Выполняем. Просматриваем ролик. В общем, выполняем все задания. Так. И все, ключик мы получили, он находится здесь. Ну, я вам его показывать не буду, я его себе активирую. Идем дальше. Второй ключик, значит, у нас какая-то игра в раннем доступе. Здесь ключей 2000 осталось, так что, если успеете, то отлично. Вводим нашу почту, нажимаем Get My Key. Либо ключ нам сейчас здесь даст, либо на почте. Скорее всего, он будет. В общем, пока оно грузит, идем дальше. Следующая игра под названием Block Storm. Переходим сюда, вводим нашу почту. Ага, это даже не получение, это попытка выиграть. То есть, try to win, то есть попробуй выиграть. Значит, мы нажимаем, конечно же, попробовать. И что тут? Ага, нас просят войти в Facebook. Секундочку. Так, в Facebook я зашел, и что? Я так понимаю, я не выиграл. Так, да, я не выиграл. Здесь, то есть, раз в 5 минут можно попробовать You Not Win, да. Попробовать через 5 минут. Ну, у меня это вроде бы игра есть, поэтому, если хотите, можете посидеть, попробовать каждые 5 минут, ну, если вам не будет вести. Так, что у нас здесь? Your activation email has been sent. Please check your email. То есть, проверьте вашу почту для регистрации. Так, сейчас проверим. Все. Подтвердил я, значит, почту, письмо пришло в необычную папку, а в спам, так что если у вас так же, то проверьте спам. И здесь нам пишут, спасибо, что подтвердили ваш email, сейчас на ваш email придет игра, я так понимаю, и вы сможете ее что-нибудь скачать. Ждем. Так, я не знаю, когда придет ключик, поэтому продолжим. Может, в конце придет, а может, с каким-то там промежутком времени. Так, следующий ключик у нас здесь раздается 50 тысяч ключей от игры Go Cables, короче, непонятная шняга. Здесь тоже просто вводим почту, нажимаем Enter, нас там что-то через этот, sorry, здесь это, ничего не понял, sorry, так давайте переведем, потому что я не совсем понимаю, что здесь написано. Нет, к сожалению, этот ваучер больше недоступен, в смысле, что недоступно? Именно раздача сама недоступна? Странно. Возможно, раздача закончилась. Ладно. Следующий ключик у нас тоже от какой-то бета игры вроде бы. Давайте тоже переведем. Альфа-версия должна быть на паром для всех, чтобы играть в ближайшее время. Пожалуйста, проверьте паровый магазин, чтобы видеть, если он уже доступен. Нужно зарегистрироваться. Так, вводим нашу почту. Я так понимаю, это будет рассылка какая-то идти нам. Так, что теперь нам здесь пишет? На рассылку на все вы получаете подтверждение. Вы успешно подписались. Генетронная почта появится ваше подтверждение. А, то есть надо подтвердить. Сейчас подтвердим. Пришло письмо. Так, давайте посмотрим, что здесь написали. Вы получите ваш Санта подарок. Ну, короче, перевод корявый, когда игра будет в раннем доступе. То есть не сразу придет ключик, а только когда игра появится в Steam в раннем доступе. Так, и что у нас тут? Последний ключик. Тоже вводим просто нашу почту, смотрим. Я надеюсь, эта раздача хоть не закончилась. Нет, к сожалению. О, то есть не к сожалению, а к счастью. Эта раздача еще активна. Вводим наш ключик. И вот, мы активировали ключик. Так, а насчет этого ключика, где он тут? Я не знаю. Тоже, скорее всего, придет он не сразу. Ну, в общем, придется подождать немного. Все ссылочки на эти сайты будут в описании.
Если вам понравился этот ролик, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Игорёк, всем пока!